дорогие студенты, смелые студенты, все, кто сегодня собрались с нами порисовать натуру человека, изображение с натуры, графическое сначала, а потом живописное. Милости просим сегодня со всей смелостью и со всем внешним намерением начать действовать за нами. Чем отличается натурное рисование, которое было на протяжении 5 лет в ауруме, от теперешнего рисования с натурой человека? Тем, что раньше мы делали все для себя с Владимиром. Мы рисовали тех, кто нам нравится. Мы их ставили в те позы, которые нам предпочтительны для наших композиций. Сейчас мы решили действовать в сторону вас, в сторону наших студентов. Почему? Натюрморт – это все очень хорошо, но натюрморт – там много не выскажешь. Никаких философских принципов, никаких картин не напишешь по поводу неживой натуры. Все время наш дух тянется к тому, чтобы рисовать, изображать человека в разных одеждах, в разных наклонах, в разных направлениях. И в итоге написать картины, в которых будут присутствовать люди, и показывать этим свое, как вам сказать, отношение к духу. А дух человека это только можно проявить через его образ.